Вы смотрите обзор товара Герметик Силикон. Универсальный момент Герментт Прозер Хенкл, 280 мл. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Характеристики изделия, применение. Высококачественный однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик на основе силиконового полимера для герметизации и заполнения швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения. Основные свойства. Обладает отличной адгезией к различными поверхностями, стеклом, плиткой, керамикой, металлами, алюминием, цинком, медью и прочее пропитанным, окрашенным или лакированным деревом, пластмассами, полихлорвинилом, эпоксидными смолами, сложными полиэфирами, полиакрилатами и щелочными подложками, бетоном, строительными растворами. Герметик обладает очень хорошей атмосферостойкостью. Водостоек. Эластичен. Содержит антисептическое средство, препятствующее образованию плесени. Герметик не вызывает коррозии металлов, не вступает в реакцию со щелочными поверхностями. Бетон, штукатурка и тому подобное, подходит для герметизации ванн, душевых кабин, раковин, установки зеркал. Мера предосторожности. Пары уксусной кислоты, выделяющиеся при отверждении, могут вызвать раздражение дыхательных путей при вдыхании их в большом количестве или в течение продолжительного времени. Поэтому работы должны выполняться в хорошо вентилируемом помещении или с использованием защитной маски. При контакте незастывшего герметика с глазами или слизистыми оболочками пораженные органы следует тщательно промыть водой во избежание их раздражения. С застывшим герметиком можно спокойно работать без риска для здоровья. Этот герметик неприменим там, где он может контактировать с пищевыми продуктами. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.